Так, это опять видео в честь того, что долго не было видео. Замоталась сегодня, ездила за витриной, зоомагазин отдавал. Ну, витрина для содержания животных, она просто очень удобна для карантина и прочего-прочего-прочего. Плюс еще пришли в подарок от дружественного фонда, не занимающегося животными, открытки. Открытки на тематику зайцев, нарисованные подписчиками и нашими волонтерами, и напечатанные вот этим как раз фондом. Я, наверное, это все выложу и будем любоваться. А по вольерам я обязательно все поснимаю, красивые-красивые видео. Просто мне нужно в них немножко убраться. Лилит! Лилит, да. Мне надо убраться у беляков. Времени страшно не хватает, потому что всего 2 выходных, и вот в эти 2 выходных надо успеть все переделать. Ой, Лили, такая прелесть, да, идете, такая прелесть. А я не принесла яблок, я яблоко не принесла, мразь, я такая, да, сволочь. И ты... Олень, ну ты можешь отсюда подойти как бы ко мне. Вот. Вам сейчас Федя даст корм. Федя принесет вкусный корм, да. Там очень много сухофруктов. Дю-дю-дю-дю-дю-дю. Дю-дю-дю-дю-дю-дю. Вон Мазурик ходит. Мазурик уже за всеми поухаживал. Мне кажется, он даже за Лилит успел побегать. Хотя Лилит-то зайчонок, куда? Вот, непонятно. Ну вот, эта женщина точно. Вот эта женщина никак. Хотя хотелось бы. А уже все никак. Я теперь... А, да, почему надо отселять Джасти? Потому что, ну, как бы, русаки, они столь активны в период гона, что у них, как бы, есть 2 варианта. Или это моя жена-самка, либо это все, это противник, соперник. Джасти уже не идентифицируется как самка, потому что, ну, нет гона, запах другой. Соответственно, она, скорее всего, будет восприниматься как соперник. Вот. Поэтому, если... Он начнет на нее агрессировать, как, например, агрессировал на меня, то все, придется, к сожалению, выселить. Точно гонялся, гад, смотри, он тебе на ушки вытрал шерсть. Ой, гад какой. Ёлки-палки, олень. Так, олень, никаких заходов в вольер. Иди. А, иди гуляй. Иди гуляй, 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 гуляй. Еще приехали подарки от зоомагазина 4 лапы в рамках акции Добролап. Это те самые подарки, которые заказывали неравнодушные, и зоомагазин их как бы удваивает. Мол, заказали там нам, например, одну миску, а Добролап доложил вторую миску. Ну и так далее. Плюс он еще делал подарки приютам и центрам по надобности. Мы там заказали. Сказать, что мы не против, если нам подарят огромную-огромную переноску. Нам, конечно, подарили переноску чуть поменьше, но все равно подарок это всегда приятно. Вот. Но это вот эти огромные 100-сантиметровые переносочки, в которых можно запихать на что-то наподобие большого-большого русака на карантин. Ты отчаялась и стала есть снег, да? Скажи, яблок не дают, теперь я буду есть снег. Знак протеста. Кошка, иди тоже ешь снег. Ешь снег. Чего ты просишь у меня еды? Увидишь, олень адаптировался. А ты? Адаптируйся. Надо как-то выживать в этом суровом месте. Она даже траву умудряется находить. Вот там, где мы протоптали в тропиночке. Вот. Вот. Приберусь в вольерчиках и сниму более крупным планом, потому что там везде горошек. Вот, смотри. Вообще нагорошили. Уф, прям все в горошке. Зайцев не остановить. Этот заводик не кончается. Это замкнутый круг, когда ты под вечер все убрал, все красиво. И ты думаешь, на следующий день я сделаю кучу классных видео. Но ты выходишь, и у тебя вот просто все снова, снова, снова в горошек. Снова все в горошек. Снова как платье в дырочку. Отсылочка к Сирину. Ладно, все. Я пошел страдать.